Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас на обзоре очень классные часики от Макс, новинка, модель МОС 11, давайте скорее открывать, тестировать, смотреть. Вот так выглядит коробочка. Часики пришли давно, довольно быстро, но здесь уже из Китая, я имею в виду. Часики продаются на Алиэкспресс. Но здесь уже зависит все от логистики почты. Мы уже с вами обозревали две модели от Маск. В одни ходит мой супруг, другие мы отправили на подарок. И все безумно довольны. Слушайте, они очень бюджетные. Вот эта модель еще бюджетнее, чем предыдущие. То есть вообще цена абсолютно доступная для всех. Скоро новогодние праздники, присмотритесь для своих мам, хотел сказать, пап, супругов, сыновей, потому что вещь действительно классная, вещь действительно удобная. У меня все прямо мужа спрашивают, что у тебя за такие крутые часы, прям как будто 1020 стоят. Цена вопроса смешная. А что же нового в этой модели? В этой модели у нас с вами нового то, что они распознают автоматически вид спорта. То есть это не то, что ты там пошел в тренажерку, качалку, а тебе они шаги считают. Нет, они автоматически распознают тот вид спорта, которым вы занимаетесь, а здесь их вообще миллион, мне кажется, в этих часах, разновидностей, да, и уже показывает вам достоверную информацию, как это надо, как это положено. Что у нас в комплекте? Магнитная зарядочка, все отлично. Дальше. Инструкция. Сейчас проверим на русском языке. Вот она как раз, вот все супер, на русском языке все есть. Руководство перед пользованием. Зарядка, как правильно заряжать. А для чего нужны боковые кнопочки. То есть у нас, смотрите, их уже три. Круто. То есть функционал дополняется, часы становятся круче, но по сути, как бы... Хуже от этого не становится, цена становится дешевле. Вот что я хочу сказать. Это круто на самом деле. Первая кнопка. В режиме включения питания нажмите и удерживайте кнопку вверх в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс выключения. А, это включать-выключать. Понятно. Чтобы запустить часы. Так, это у нас с вами наклеечка. Смотрите, какой красивый дизайн. Там тоже был выбор цветов. Мы выбрали вот такие. Бежевенькие, симпатичненькие. Отлепляем наклеечку. Экраны у них у всех амолетовские, им ничего абсолютно не бывает. Хотя у меня муж пошел в магазин, там где-то за 300 рублей себе доклеил сюда стеклышко, но даже если вот, в отличие от моих часов, я их уже поцарапала, здесь, смотрите, вот этот корпус экрана, он выпирает, то есть сам экран поцарапать довольно сложно. Вообще амолеты, они тяжело царапаются. Кнопки даже подписаны. Но это вообще, представляете, Home, то есть кнопка домой, и спорт, спортивный режим, то есть включение у нас, по идее, вот эта кнопка. Или вот это. А, это просто крутится. Не знаю, надо для чего. Сейчас почитаем с вами, для красоты. Нет. Давайте пока включать часики. Посмотрим, заряжены они, нет. О, все, завибрировали. Включаются. Вот название бренда. Средняя кнопка поворачивает кодировщик на смарт-часах, чтобы заменить циферблат. Или прокрутить страницу вверх-вниз. Как удобно. Я хочу себе такие. То есть она прокручивается. На нее мы не нажимаем. Она именно вот функционал у нее крутить. Третья кнопка – перейти в спортивный режим. То есть здесь вот прям на спорт очень много всего. Если у вас любимые мужчины занимаются спортом, они вообще оценят. Так, приложение Glory Fit. Мы уже с вами его смотрели. Оно очень удобное, классное, суперское. В инструкции даже есть QR-код приложения. То есть можно просто по названию поискать, а можно по QR-коду его скачать, и все отлично, все замечательно. Так, добавляем устройство, подключаем Bluetooth, они коннектятся именно по Bluetooth, ищем по названию часики. Так, дальше функции просмотра, кислород в крови, частота сердечных сокращений. Ну, стандартный функционал, который есть сейчас во многих умных часах. Звонок, качество связи меня устраивает полностью. Вот муж разговаривает по часам со мной. Получается, это как громкая связь у него. Я не понимаю даже, когда он по-обычному разговаривает, ну, по телефону, либо по часам. То есть качество связи просто отличное. Упражнения, сон, индекс массы тела, калькулятор есть, погода, музыка. То есть как плеер можно использовать или использовать как управление каким-либо плеером, да, на телефоне. То есть, допустим, музыку включили, хотите переключить трек, это можно сделать на часах. Сообщения, то есть все сообщения приходят с мессенджеров, можно отключить и подключить в приложении, с каких именно вы хотите, чтобы вам приходило, не обязательно, чтобы... Они у вас постоянно вибрировали. Так, дыхательное упражнение, будильник, голосовой помощник. У нас здесь есть. Получите доступ к помощнику через умные часы, так же, как Siri и Google Ассистент. Голосовой помощник, да, на предыдущей модели тоже был. Это очень удобная вещь. Набор инструментов, меню настроек.
Вот как бы и все. Все самое понятное здесь в инструкции расписано. Вот он, кстати, QR-код еще сзади, по которому можно скачать приложение. Давайте смотреть сами часики. Сразу у нас появляется с вами QR-код. Его нужно сканировать, чтобы скачать приложение. Сейчас попробуем. Пока устанавливаю приложение на Ксюшкин планшет, чтобы вам показать. Потому что у нее нет ни App Store, ни Google Play, ничего. И я по поиску просто нашла Glory Fit и устанавливаю. Вот так оно выглядит приложение. Подтвердить. Так, получить код. Сейчас мы введем с вами email и будем получать код. Здесь довольно все просто. На почту приходит пароль. Выбираем пол, рост, там, вес там какой будет, год рождения и так далее. Количество шагов, которые мы хотим проходить в день, выбираем и ищем устройство с вами. Так, доступ к местоположению. Понятно, понятно. Так, вот они часики. Подключаемся. Все, мы подключились. И вот оно меню. У меня такое же меню, такое же приложение тоже на телефоне, которое очень удобно использовать. Здесь большой функционал. Здесь можно выбрать обложечку для часов. Но так как они у нас с вами мужские, мы сейчас что-нибудь мужское найдем. У мужа, кстати, другое было приложение. Но оно, наверное, они, наверное, коннектятся не с одним, хотя в инструкции было написано это. Но давайте, допустим, вот такие установим. Смотрите, мы нажимаем «Сохранить». О, и на часиках тоже отображается то, что мы меняем с вами дисплей. Сейчас надо яркость подольше экрана поставить, работу экрана, а то они быстро тухнут. Идет синхронизация, сейчас загрузится обложка, их здесь много, можно выбирать на свой вкус и цвет, и у нас будет вот такой вот экран. Мне нравится, когда много функционала, то есть заряд батареи есть, есть шаги, есть дата, есть сердцебиение на этом экранчике. Я люблю такие выбирать, чтобы все было просто понятно, видно и так далее. Сейчас загрузится, и сразу увидим с вами новую обложку. Вот, все, установилось, пожалуйста. Их здесь большое количество, вот так свайпаем, они загружаются и загружаются и загружаются. Очень много. На любой вкус и цвет. Звонок не подключен Bluetooth. Но это мы сделаем потом, нам не нужно к планшету коннектить звонок. Здесь есть отдых, когда вас не беспокоить. Я люблю очень, знаете, какую функцию. Так. СМС, быстрый ответ есть. Включать экран поднятием руки. Уведомления приложений. Здесь мы будем включать с вами то, что нам нужно. То есть хотим, чтобы нам с контакта приходило, нажимаем галочку «Пусть приходит». Остальные как бы нам не важны, мы их не включаем. И так далее. То есть все приложения. Настройка кислорода в крови, мониторинг пульса. Так, где же у нас отдых? Да, вот отдых. Вот эта функция мне очень нравится. Вы задаете сами время. То есть, допустим, с 9 часов вечера я приблизительно, у меня, по-моему, так и стоит, до 9 часов утра, ну пусть будет до 8, не беспокоить. То есть они не вибрируют, если кто-то где-то шлет там в приложениях и так далее, часы ведут себя тихо, часы спят. Обеденный перерыв мы отключим, здесь нам это не нужно. Функционал очень простой и очень доходчивый. Здесь есть раздел «Я», «Моя почта», «Моя фотка», да. Здесь мы вводим те данные, которые нам необходимы, физиологический цикл, план тренировок и так далее. Раздел «Устройство», собственно говоря, где все про часы. Раздел «Спорт». На свежем воздухе, велоезда, плавание, но эти часы они автоматически определяют вид спорта. И домашняя страница. Это сердечный ритм, цели, все данные здесь в процессе будут у нас с вами появляться и отображаться. Так, вот как выглядит приложение, иконка, если что, смотрите, вот зелененькая, да, Glory Fit. Мы с вами уберем уже планшет и посмотрим функционал часов. Так, это у нас кнопка что? Это кнопка блокировки экрана, больше она не делает ничего. И включить и выключить телефон. Смотрите, промоточка, ой, как здорово, удобно. Это экранчики проматываются, какие у нас именно уже закачаны в часы. В приложениях, конечно, больше, а в часы вот закачан такой вариант. Ой, как классно, мне так нравится. Такой экран яркий, какой-то прям вот вообще суперский. Так, спорт, спортивные режимы. Пожалуйста, погнали. У нас тут с вами язык стоит. Какой? Английский почему-то. Надо нам сейчас в настройки залезть и его изменить. Настройки. Так, свайп. Вот у нас выдаются настройки. Я сейчас пока язык изменю. Готово. Что у нас с вами в настройках? Полно всего. То есть сведения о часах, имя устройства, MOS-2, адрес Bluetooth, версия и так далее. Кнопочка назад. Система. Перезагрузить, выключение, сброс настроек, если вдруг куда-то не туда. Загрузить приложение. Не беспокоить. Активация поднятием. Звук и вибрация. Сила вибрации. У нас стоит, видите, средненькая. А так... Ой, нифига себе средненькая. Ой, простите. Так, аудио без звука. Режим без звука. Сигнал. То есть есть мелодия. У меня часы всегда стоят мои на вибрации лично. Например, мне так удобнее.
Так, поехали дальше. Кнопка назад, вообще это удобная штука. Яркость, яркость. Ой, это на середину. Ничего себе, я думала, это на всю. На всю я слепну, слушайте. Смотрите, какие они яркие. Они очень яркие. Это на всю у нас с вами. Заряд держит очень хорошо, где-то раз в 4 дня при активном использовании, раз в 5 дней муж заряжает часы. Не, даже, наверное, раз в 5, раз в 6 дней. А, приблизительно так, как и я свои, хотя мои уже дольше работают. Так нам надо обратно вернуться с вами и сделать экран поменьше, потому что ну уж очень ярко. Яркие часы, классные на середину. Сейчас их хотя бы даже при солнечном дне прям слепят. Обалдеть. Так, а это что за яркость вторая у нас? А, вот сколько она. Мы с вами поставим пока 30 секунд, чтобы нам было удобно изучать часики. Определение тренировки. Пожалуйста, вот она новая функция, которую добавили. Мы ее сейчас активируем с вами. И все. Когда функция включена, часы будут определять, напоминать о 5 видах спорта: ходьбе, беге, езде на велосипеде, эллипсе. Что такое эллипс? И гребной тренажер. Вот, выключила. Так, значит, новая функция нам понятна. А дата, время, язык, вот здесь он быстро стоял английский, я изменила. Циферблаты и темы, все отличненько. Набор инструментов. Что это у нас такое с вами? А, фонарик. Здесь, кстати, классный фонарик, он очень яркий. Он действительно очень яркий, он прям слепит, слушайте. В темноте, если вдруг вам нужно. Функция поиска телефона. В общем, функционал, как и у предыдущей, удаленная камера. А, камера, калькулятор, пожалуйста, вам мальчику в школу, там, калькулятор, секундомер, таймер. Все замечательно, все отлично. Набор функционала просто потрясающий, за такие деньги. Ну, просто, вот он, голосовой помощник наш. Подключите часы к приложению. Хорошо, мы подключим. Будильник, дыхательное упражнение, сообщение, музыка, погода. МТС, сон, тренировка, кислород в крови, пульс и так далее. Измерение происходит точное. Проверяли много раз, но побаловаться всегда хочется, да, повседневная активность. Телефон. Что такое, кстати, телефон? Это контакты. Это контакты. Мы синхронизируемся с книгой контактов, на нашем мобильном устройстве. У меня, допустим, в телефоне уже не было в последней версии 100. 100 контактов можно перенести, чтобы у вас здесь, не просто номер высвечивался, когда вам звонят, а имя, да? Я считаю, 100 контактов этого вполне достаточно. Клавиатура, если вы хотите набрать кому-то с часов, позвонить, то есть легко. Набираем там 8 и так далее. Набираем номер телефона, нажимаем кнопочку звонка, и все у нас отлично прозванивается, все у нас замечательно. Связь тоже шикарнейшая, отличная. Или из контактов выбираем и звоним. То есть нам телефон для этой цели уже, в принципе, не нужен. У нас все здесь есть, все у нас здесь замечательно. Свайп вверх – это сообщения, которые будут вам приходить, последние будут здесь храниться. А, когда есть хоть одно сообщение, здесь есть значок корзины, то есть если они нам не нужны, мы удаляем. Так, свайп сверху – это у нас самые такие главные настройки, процент заряда. Телефон, поднятие руки, ночной режим, яркость и настроечки. Вот самый функционал необходимый у нас свайп вниз получается. Так, и свайп влево у нас с вами показывает ежедневную активность, которая сейчас по нулям. Мы с вами все, кажется, разобрали, да? Спорт зашли. Вот прокруточка как работает, смотрите, великолепно. Йога, гребля, силовые, бокс, ходьба на улице. Все здесь есть. Посмотрите, сколько видов спорта. Даже рыбалка. Рыбалка относится к видам спорта. Вот у меня муж часто таким видом спорта. Марафон. То есть колесико работает классно. То есть прокруточка, все здорово, все отлично. Все нормально. Отдельная кнопка для спорта, это вообще forever. Вот это для мужчин, мне кажется, особенно кто на спорте, имеет большое значение. Ну и вот у нас, собственно говоря, кнопочка выключения и перезагрузки. Это не нажимается. Все, мне очень нравится, девчонки. Ремешок силиконовый, они, кстати, очень удобно снимаются. Если вдруг вы захотите заменить на другой, или просто там, не знаю, что снять его, почистить. У меня сейчас совершенно нет ногтей, но снимаются они легко. Вот здесь есть такая кнопочка, которую мы с вами загоняем вот так, хоп, без ногтей даже сняла. Видите, какая я умница. Без ногтей сняла. Вставляем в первое деление. Опять кнопочку немножко загоняем сюда и на себя и вставляем. Вот загнать бы теперь без ногтей очень тяжко. До щелчка. Вот так выглядит задний экран. Как-то классненько он сделан. Так, я в музыку куда-то зашла, и он у меня вибрирует. Я подключилась к какой-то музыке, слушайте. И включила таймер, пока тут лазила. Включила таймер. Вибрирует вообще мощно, слушайте. Вибрирует мощно, прям вибрацию. Можно смело ставить на самый минимальный режим. Вибрирует, дай дорогу. Болтики тут такие красивые. Но мне в целом нравится. Вот для мужчины просто великолепный подарок. Здесь вот лейбл бренда. Два держателя для ремешка. На самую огромную руку подойдут.
Все отлично. Это датчики зелененькие. Вот они светились, когда я их одела на руку. Сейчас он начнет мне мерить сердцебиение активно. Опачки, видите? Вот так они светятся. Классные, классные часики. Слушайте, мне очень нравится. Прям смело могу рекомендовать к покупке. Функционал великолепный. Аккумулятор емкий. Основные характеристики у нас какие с вами? Экран 1,39 дюйма. AMOLED. 420 мАч получается аккумулятор. Bluetooth, вызов, водонепроницаемость. Они абсолютно водонепроницаемые. Зарядка 7 дней в обычном режиме, 15 дней в режиме экономии энергии. Можно как для мужчин использовать, так и для женщин. Функции напоминания о вызове, трекер сна, автоматический вызов, пульсомер. Это мы все с вами посмотрели. Так, языки здесь вообще все, которые только возможно. Емкость батареи. Так, на основе андроида версия. Материал корпуса углеродное волокно. Материал браслета силикагель. О, как интересно, смотрите, силикагель. Интересно. Супер. Так, что еще интересно? Монитор сердечного ритма. Так, АЗУ 512 мегабайт. То есть тут можно закачивать. Тут можно еще закачивать на часики приложения. Как бы эта функция, она здесь допускается. То есть это вполне возможно. Так, ну что, все, мои хорошие, все вам показала, все рассказала. Зарядка вот такая вот, она без самого штекера приходит, да, подходит любой. Мы заряжаем даже от простой розетки, в которой у нас есть разъемы под USB. Она магнитная, вот тут магнитики. Видите? Вот. Часики крутые, часики классные, цена шикарная. Надеюсь, продавец нам любезно еще предоставит какой-нибудь купончик. На скидочку буду его упрашивать. Ну и на этом все. Если вам было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк. Не прощаюсь. Пока-пока.